селе Рогачево на этот год запланированы масштабные работы по благоустройству. В числе наиболее важных объектов – парковка и разворотная площадка для местной школы. Об их значимости рассказала заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Людмила Докучаева. Будет оборудовано парковочное место для наших учителей, родителей, которые привозят своих детишек, и также разворотная площадка для наших автобусов. Это очень важно, так как детишек привозят очень много с ближайших населенных пунктов, и дети могут спокойно высаживаться, безопасно, самое главное, высаживаться, так как мы за них в ответе. Всего более 200 мальчиков и девочек, или практически половина учащихся, приезжают на уроки из двух десятков окрестных деревень. На новой парковке будет достаточно места для автомобилей родителей, которые привезли детей на учебу, и школьных автобусов. Разворотная площадка позволит избежать заторов. Директор Рогачевской школы Марина Курачева призналась, что эти объекты стали настоящим подарком для образовательной организации. Я вообще искренне рада тому, что сейчас происходит, тем более в канун такого праздника для школы. Хочется выразить слова благодарности всем людям, которые принимали в этом участие, конечно же, нашему главе, который умеет входить в нужные проекты и находить денежные средства для того, чтобы благоустраивать район. И не забыли простую, небольшую сельскую школу, в которой учатся чуть больше 550 человек. Это очень важно, когда каждый житель может почувствовать заботу, внимание со стороны нашей администрации. В настоящее время подходят к концу подготовительные работы. Территорию будущих объектов инфраструктуры выровняли и засыпали щебенкой, установили бордюры. На следующей неделе запланировано асфальтирование. Все работы завершатся до начала нового учебного года.